Всем привет! Сегодня я снимаю видеообзор на мою малышку Хлою. И никакая это не Мари, не Софи, не Маша и так далее. Вот прям много-много девочек, которые начали предлагать разные имена. Вот. Хотя я уже сказала в видео распаковке, что ее будут звать Хлоя, но почему-то меня никто не услышал, и опять начал предлагать имена. Я вообще не знаю, с чего это все вы взяли, что я попросила об этом. Хотя я вообще об этом, ну, не просила даже. Давайте начнем с мелких вещей таких. Вот первая — это сосочка. Я ее уже сделала на магнитную. Вот. Такая. Хоть она плохо держится. Но скоро ко мне приедут магниты, и я все исправлю. Вот, по идее, она должна держаться где-то так, но она уезжает вперед. Я даже не понимаю, как у нее там магнит расположен. В общем, не очень получилось, конечно. Так. Также с Хлоей приехала шапочка. Такая розовенькая. Мы ее очень любим. Я нигде не могу найти таких шапок, только если в интернет-магазине заказывать. Но вот это вообще просто супер. Я прям обожаю такие шапки. Этот браслетик мы одолжили у Брианы. Хлое он очень понравился. Я решила, ну, померить так. Вот. Пока его носит Хлоя. Но Брианна не против. Также мастер отправила вот таких 4 подгузника. Сейчас я все вам покажу. Вот. Первый — это с жирафиками. Такой вот. Кстати, это нулевка. У нас лежит однерка. Один такой памперс. А нам их целых 4 штуки отправили. Я вообще, конечно, в шоке. Так, вот Белла Биби Хэппи. Это какие-то человечки, я не знаю. Лягушки. И вот такие вот птички. Птичками у нас уже есть, но там однерка. Вот. Ну, Хлоя, я не скажу, что это самый удобный памперс, потому что у Хлои вот тут очень это... Ножкам не дают двигаться. Так, сейчас мы снимем накладной животик и рассмотрим его поближе. Вот. Такой вот животик. Очень-очень милый, я бы так сказала. Вот. Но использовать мы будем его только для фотосессий. Вот. Такой классненький. Положим его в сторонку. Также у Хлои ножки идут прям из самого тельца. Они у нее не очень хорошо двигаются. Вот. Но, в принципе, я этому... даже, можно так сказать, рада, потому что я очень давно мечтала, чтобы у меня была хотя бы одна малышка с таким телом. Да? Короче, вот, не могу я памперс нормально одеть. Тельце у нее телесное. Я этому очень-очень рада, потому что я думала, что оно будет белое, но на самом деле оно телесное оказалось. Мастер меня порадовала. У Хлои очень хорошо двигается головка, этому я тоже... очень рада. У Хлои также есть вот родничок, как у новорожденного. У Брианы, кстати, он тоже есть, хотя Бриана нисколько не выглядит на новорожденную. Она где-нибудь, ну, на 3-4 месяца, но у Брианы почему-то есть родничок. У Хлои он такой малозаметный, но он где-то вот здесь вот. Это, конечно, тут не видно. У Брианы прям он такой углубленный. Также вот наши ушки. Хлоя у меня лысенькая девочка. Вот такие вот губки у нас. Так, вот здесь вот венка и все, по-моему. Ну, в общем, Хлоя у меня очень нежная. И роспись у нее тоже такая же, как и она сама. Очень нежная. Вот такие вот у нее пальчики. Заметьте, что они у нее без френча, без французского маникюра. Вот.
такая вот ручка. И вот такая же вторая. В принципе, ничего особенного. Ручки, как ручки, очень милые. Вот. И у нас там соседи готовят шашлык. И знаете, как несет запахом. Это вообще, конечно, под балконом прям. Кстати, к нам сегодня с Китая приехали такие вот носочки. Вот, очень милые такие лапоньки. Такие маленькие, они с мой пальчик даже чуть меньше. Кьют. Так, вот наши ножки. Наши ноготочки. Вообще, ножки — это вообще просто что-то. Как я давно мечтала о таких маленьких, хорошеньких, не толстых, таких нормальных ножках. Хотя у Брианы мне тоже они нравятся, но у Хлои они очень маленькие. Я просто без ума от них. Хотела какую-нибудь худенькую малышку, вот, и получила Хлою. Хотя я думала, то, что она будет, ну, с размером, как Бриана, наверное. В общем, Хлоя у меня весит 2 килограмма, около 2 килограммов, в общем, я не помню уже сколько. Также ее рост 59 сантиметров. Вот, она небольшая такая у меня. Так, у нее есть вот эта вот бумажка лимита. Видимо, мастер ее в такую поместила, чтобы она не испортилась. Вот. Это молд Хлоя. Тут все на английском, мне прям это раздражает. В общем, номер у нее 272 из 400. Их на весь мир 400 штук. Это лимитированная коллекция. Вот такая вот малышка. Ну, это, конечно, не Хлоя тут, просто. Так, и скульптор Дебби де Крав. Я уже, по-моему, рассказывала вам об этом. Также с ней пришла памятка по уходу. Вот такая вот небольшая. Но я ее уже прочитала, в общем, ничего особенного. Все, что там написано, я уже сама знаю. Так, дальше начнем с этого. Тут пришли вот такие сарапки. Такие носочки. Носочки я померила, Хлоя, они какие-то большие, даже я бы так сказала. Так что я не знаю, куда мастер смотрела, когда покупала. Но нисколько не расстроилась я. Вот эти носочки Хлои как раз. Они прям идеальны. Вот. Также шапочка. Такая вот шапка, это вообще просто что-то. Так давно мечтала, чтобы была какая-нибудь шапка с кисками. Вот. Так, дальше. Вот такая вот шапочка. Она очень маленькая и очень хорошо подходит Хлое. Вот, потому что я боялась, что у меня шапок не найдется для Хлои. Так, дальше. Такой вот костюм, в котором она приехала. Костюм, блин, не знаю, большой что ли какой-то. Если он... Когда она ко мне приехала, она была в этом костюме, и он какой-то большой, что ли, был, не знаю. Мне он не очень понравился из-за того, что он ей великоват оказался. Вот, я думаю, что его будет носить Бриана. Конечно, это... Я очень расстроилась. Так, и вот такие штанишки. Извиняюсь, пожалуйста, у меня летают самолеты. Вот прям, не знаю... То, что я живу недалеко от аэропорта, то на балконе очень слышно эти самолеты, когда они летают. В принципе, я на них внимания не обращаю, потому что уже давно здесь живу. Но вы, может, будете слышать это. Вот. Ну, штанишки, они очень классные, то, что в сердечку. Они Хлое подходят, но я думаю, что мы не будем их носить. Их будет носить Бриана. Вот. И снова костюм в сердечку. Вот. Хлоя у меня такая любовная девочка. Вот. И этот костюм ей просто безумно подходит. Я даже не представляю,
что может быть идеальный под ее рост, если не этот комбинезон. И, кстати, он, знаете, на сколько сантиметров? На 62 сантиметра. Как так можно было? Это вообще я не понимаю, когда увидела. Вот, кармашек такой милый. Я не покупаю комбинезон в Glory Jeans, потому что мне кажется, что там очень дорого. Но все-таки ради Хлои я схожу туда и посмотрю какую-нибудь одежку. Если будет время, конечно. Вот. Очень классный. Так, ну что ж, это было все, что приехало с Хлоей. Я думаю, вам понравилось наше видео. Особых историй, как про Бриану, у меня нет для нее. То есть просто вот такой, как обзор. Вот. Ну вот, я переодела Хлою. Вот. Если же вы хотите влог выходные с Хлоей, то просто ставьте пальчики вверх. Если наберется много пальчиков вверх, то это видео обязательно выйдет. Вот, там будет прогулка, как мы едем туда, как мы там переодеваемся и так далее. На этом было все. Спасибо за просмотр и всем пока. Мы вас всех очень любим.